после второй мости. Мы сейчас едем на Рыжковский пруд. Вот такой скорости. Рядом, смотрите, как мелькает деревья и трава. Целый день так трясется. А какие надо иметь кости, нет. Я держу ровно аппаратуру. Ровно. Он одной гусени стоит посередке, чтобы дорогу не испортить. Вот это первый мостик подъезжаем. И шлюза вода течет в него. Я не знаю, слышно или нет, что я говорю. Показать, как люди зарабатывают деньги, как им достается. Родителю 66 лет. Все, посередине лежать. Посередине, а там дальше, а там дальше. Два каменистые. Вот такая скорость. Мы на Рыжковском пруду, понедельник, 29 июля 2019 года. Ну, какое озеро получилось большое. Правда, попали в него березки, все засохли. Ну и вот бульдозер начал работать. Первый еще не заезжал, но все посмотрел. Тут много
работали бульдозера колхозные, и траншею, он прямо эту траншею вих и попал рядом сосед. У них всегда гребень остается между двух траншей, а он этот гребень-то и сгребает. Большая работа, сразу мужик понял. Ой-ой-ой. Я говорю, все на себе, на велосипеде тут сваи возили. Ну ладно, еще помог тут Еремея. Шпалу сюда привезли. Исааки. Спасибо. Не считаю, что сделать их надо сваи. Привезти, ошкурить. Я отошел в сторонку, убрал тут бревна на пути были. Вот уже первый пласт везет. Алексей Лаврентьевич. Второй мостик закончили сегодня. Можно было еще там расширять, но это очень много. Видишь, как вот подгоняют все ближе, ближе, ближе. Ему нужно, чтобы стенки создать. Не просто так. Это он делает сейчас. Вот только что приехали. Вот какие травы растут. Какая красота деревня. А тут вот березка, мы под ней обедали тогда. А тогда гусеница-то где слетела. Вот как раз здесь и было. Начинает пугать, вам не принадлежат. Рыжковские, это Рыжковы жили здесь, Потеряевы. Она за Потеряевым Иваном Анифантьевичем была. Евдокия Титовна. Я знаю, что 103 года она, мы встречались с ней. Что они пережили, высказать нельзя, страшно. Ссыльные были, 9 дворов загребли. Допустил Господь. Освобожден на малое время сатана будет. Хотя это не к этому относится. Итак, второй заход. Опускает нож. Ему надо, чтобы по прямой. Старенький бульдозер-то там, сарвугары все коррекционные такие называют. А какая красота! Какие вьюнки! Кто если разбирается в цветах, то он поймет. А эти большие, как укроп. Мой почти рос, сантиметров на 10 меньше. А вот-то какие! Тоже вьюнок. Ну, все непонятно, просто красота. Не надо идти покупать, откуда-то там привозят. С Таиланда, деньги платят. Бери! А вернее, не бери, наклонись, полюбуйся, да иди дальше. Вот он как везет. Я специально хочу показать первый как класс. Я целыми днями с ним. Куда, что, флажки поставил сейчас, чтобы он не завалил. Верхний слой снимает. Тут ничего между бывшими траншеями, тут ничего нельзя сделать. Ширина там 2 метра и меньше даже. Метр, и то и меньше. Ну вот здесь уже 50 лет, ничего нет. Ну, 28 лет. Да не было 20 лет никого. Да тут полумертвая деревня была последние 30 лет, лет 80, все заросшее.